Еще раз привет всем, с вами Слимка, с вами AGHL TV. Смотрим мы вторую карту сейчас команды MS-13 Ghetto Gospel. И растягивают сейчас, делают сплит, я так понимаю, у нас игроки команды Ghetto Gospel. Прокидывают они, ага, они решили просто прокинуть респ синих. Так, улыбчивый у нас на длине, Фрэкстором в ЦК, стреляет из Бормана. Но основная масса у нас сейчас будет идти на Альфу. Фрэкстором уходит с ЦК, наверное, пойдет в коробку. Да, и сейчас у нас пойдет заход на Альфу. Проверили они стрит, проверили плент. Сейчас будут проверять нубку и так далее. Так. Ну, заходят они все-таки очень удачно. Как бы никак разменяли, только улыбчивого убили. Ой, как хорошо в дом через дым стреляет сейчас Shine Dreams. Так, Стайн убивает Shine Dreams. Ну, тут, блин, МС нормально заходит, так я бы сказал, на плент. Валик еще делает килл со стрита Борман. Но, ой-ой-ой, Фрэкстором как порешал. Он сейчас очень важен в этой стычке. Еще КТ у нас Нубки убивает одного и второго. Ой, молодцы, ребят, затащили все-таки, хотя, ой, извиняюсь, я счет не поправил. Сейчас поправим, так, первый раз раунд берут Ghetto Gospel. Или нет, да, Ghetto Gospel у нас берут первый раунд. Молодцы, очень хорошо сыграли. Я думал, что ничего не получится, решают они вновь пойти на Альфу. Ух ты, у нас прям тут двери разбивают. Через это самое, точнее, через дверь разбивают бочку. Задрачи. Так, ну и аккуратно сейчас будут заходить на Альфу. Пробили они стекло, в нубке сидит Валик. Посмотрим, кто он будет принимать, убивает он. Ого, какие шикарнейшие. Минус 2 делает Валик, отходит на респ. Решает он, что туда. Да, вот так вот. Решили, что не пойдет туда атака, ушел. Ну, будем смотреть, все равно там вот Вуди и Shine Dreams остались. Еще, нет, Стайн все-таки убивает. Валик не сделал третий килл. Но все равно мы будем смотреть пока что за Валиком. Может быть, он сейчас на мутный стреляет. Да, делает он еще один хэд. И это три фрага в данный момент за Валиком. Контроль там ЦК, там никого нету, конечно же. Shine Dreams у нас находится так как и находился на... Ага, на банане он сидит. Выжидает от третьего лица. Ну, мы посмотрим, может быть, Валику удастся четвертый килл сделать. Посмотрим. Так, ну и Shine Dreams решает все-таки, я так понял, пойти на Валика в ЦК. Тут дымок, или в коробку он улетает, не могу нагнать. Нет, он таки в ЦК, и как я говорил, сейчас Валик должен делать четвертый килл. Ай, не получилось Валик это сделать. Shine Dreams зашел, убил его в голову. Тут его с двух сторон уже смотрят. Стайн смотрит с... Ой, избивает маску он еще. Ну, все, я думаю, тут вряд ли тащится, конечно, 1 в 3, 52 секунды, еще 10 секунд, чтобы поставить пакет, успеть, но, видимо, ничего не получится сейчас у игрока команды Ghetto Gospel, и сейчас станет 1-1. Вот надо было ему уже пакет ставить. Да, все. Как просто ему теперь надо было бы просто перестрелять всех, а это бы он, наверное, и не сделал. Сейчас становится 1-1, карта у нас вторая, ДЦ. Смотрю, у нас тут народ опять прибывает, я безумно рад этому, пусть прибывает и дальше. Так, и Борман у нас тут что-то сейчас чудить начнет. Да, хотел он там ворваться, но разменялись они с Фрэкстормом, скажем так. Так, а ребята идут у нас ЦК, прокид гранаты и прокид дальше гранат. Заходят ребята, из дома сейчас контролит Валик. Входит Вуди, смотрим, что он сделает Валик. Валик просто потерпает, бессмело убивает Вуди с гранаты. КТ заходит на плента вместе с Shine Dreams. Фрэкстором успел сделать килл, убил он бессмайла. Еще убивает Стайна, Кролл убивает КТ. Поднимается, убивает Фрэксторма. Еще он может сейчас спину зарешать Dreams. Dreams каким-то чудом выживает. Ой, Валера, настало твое время. Нет, Валера не настало время. Стреляется он с Аугой. Ай-яй-яй. И Shine Dreams еще и тащит. Ну, вообще, по красоте.
Гетто Госпель берет второй раунд. Да, нежданчик, в спину не убил, считайте. Ну, зафейлил очень сильно. Только что Кролл. Или Кроль. Даже не знаю. Так, ну и решают нас ребята пойти сейчас на Альфа. Тут у нас с читаком контролит Стайн. Чтобы не вошли ребята. Дымок запускают, делают первый килл. Тут вообще можно нарезать ребят по очереди, если они будут заходить. Только чтобы они встроились в эту очередь, скажем так. Так, и что у нас ребята решают? Ребята, у нас половина на банане, КТ пошел через респ. Ну да, все синие уже стянулись. Основная масса красных, точнее, где-то госпель на банане. Так уже им тут из ЦК прилетают всякие прокиды, точнее, с Б-планта. Что же ребята думают? Так, они возвращаются на респ. Дримс остается, он стреляется там с валиком через стекло. Ну и... пойдут они, по всей видимости, сейчас сплитовать нам бету. Стреляется Кролл и Дримс в коробке сейчас. Так, ну а тем временем ребята будут сплитовать сейчас на Б-плант. Молодцы, что они перегруппировались. Конечно, немного долго думали. Бисмайл убил Вуди. Заходит у нас улыбчивый через ЦК. Видит он двоих на планте. Бисмайл, убивает он Бисмайл. Бормана, точнее. Стреляется еще со Стайном. Вот, Валера поменял. Это уж другой Валера. Настало его время. Второго мог убить. Ну, ребята тут все-таки, да, молодцы, что они перестроились. К сожалению, немного не получилось у них до конца провести эту атаку. Счет становится 2-2. Но будем наблюдать дальше, что будут делать ребята. Ребята у нас опять крутятся возле Альфа, возле Банана, делают прокиды сразу на мусорник. Тут валик врывается. Ой-ой-ой, как же он сейчас может по спине накатать. Вот, молодец, он тихо подкрадывается. Ребята не ожидают. Кролл уже делает килл. Вот, ЦК контролит у нас сейчас валик. Молодец, делает хэд. Чувак даже не понял, откуда его убили. Так, он идет на респ. А тем временем у нас атака идет по длине. Будем смотреть, наверное, как Бисмайл ее принимает. Борман стреляется. Убивает. Так, а где у нас Бисмайл? Бисмайл у нас с пунта. Должен сейчас вот... вот слышит он или нет? Вот, вот не знает он, наверное, сейчас. Фрагсторм заходит. Да, Фрагсторм сделал 2 килла. Убил Бормала и Бисмайла. Еще тут Стайн. Хорошо, что он его заметил, но Стайн все-таки делает шикарный фаззум. И улыбчивый остается один. Валик его уже со спины ждет. И... очередной раунд за командой МС-13. Хороший дефенс. Такой продуманный провели сейчас они. Но тут больше добавить как бы нечего на самом деле. Так, ну опять у нас Альфа плюс Банан. Даже очень быстро они сейчас сделают это. Прокидывают сразу плент и мусорку возле распа синих. Кролл уже успевает убить улыбчивого. Там, видимо, на банане. Так, заходит у нас Shine Dreams первый, а нет, Фрагсторм уже был здесь, провели он кассу, но Валик не дает зайти нормально поставить, убивает его сейчас Shine Dreams в голову, ставят они наконец-то бомбу. Будем смотреть, как ребята из МС-13 отбивают плент, сидит в нубке Вуди. Простреливать пытается на тут кассу, но ребята там на стрите залетают, они сейчас на плент. Убивает Кролла Shine Dreams, еще внупки должны Вуди убивать, но Вуди убивает одного. Ой-ой-ой, как же не влетают патроны, и тут с глушаком пистолет. Ну, а Вуди еще один килл делает. Бисмайл остается, ага, еще и Стайн, да, так это между собой оказывается красный. Стайн нормально приконтролил только что стрит и успеет раздефузить у нас... сейчас игрок команды МС-13, сейчас у нас 4-2 и... все бежит к тому, что Гетто Госпель проиграют по картам 2-0 и, не знаю, выйдут они с группы или нет, но, тем не менее, проиграют этот матч. Вот так, еще раз идут на Альфу, Борман уже выбивает улыбчивого в ЦК, но ребята остальные... так, что-то у нас Shine Dreams вообще стоит АФК, ребята пытаются на Альфе что-то поделать... закидывают они валика гранатами, который стоял в нуке, там 24 хп остается. Фрагсторм просто побежал за ним. Ну, уже все, в общем, игроки, практически все, если... да, у нас Shine Dreams уже вроде не АФК, что он там делает. А, вот у нас контролит он спину. Хорошую позицию, в принципе, занял прокид.
Так, вот, поставили наконец-то бомбу игроки команды Ghetto Gospel. Ждут они атаку со стороны КТшников. Кролли убивает кота, там еще был размен. От Фрагсторма сейчас Борман убивает Шейн Дримс со спины, блин. Фрагсторму надо отрезать какой-то конец. Постоянно на месте, он проиграет. Ну, то, что я и говорил, Борман всех порешал. Когда у вас происходит такая ситуация, что вас зажимают как бы с двух сторон, нельзя стоять ни в коем случае на месте, нужно отрезать одну сторону, так как если не отрезать как бы ни одну сторону, тут вообще не будет шансов выжить. Просто, ребят, зайдут с двух сторон, и вас просто не хватит, вы не сможете по двум сторонам давать головы и так далее и тому подобное. Поэтому вот так вот. Ребята решили у нас ЦК пойти, тут уже Борман принимает всех, но получает инфайт сразу же. Ну и Фрагсторм уже залетает как бы на ЦК, тут Стайн, хороший фаззум, Бисмайл также, Валик убивает кота. На квадрате у нас улыбчивый какой-то, вообще не сверяется тут. Непонятный раунд вообще мне лично от команды Ghetto Gospel, что они хотели сделать. Вот, ну что ж, 4 в 2, тут как бы ничего особенного сейчас не произойдет, Shine Dreams у нас на квадрате контролит, улыбчивый под ним стоит, ну и ребята из МС-13 не щемятся, это очень правильно, как бы, зачем, бомбу надо ставить красным. Кроль сейчас... поджимает такие у нас бэк-кафе, тут у нас улыбчивый. Но что-то вообще как-то не развиваются события на карте у нас. Вот у нас Валик не сдержался, поджал, дал голову. И уходит он обратно, так что у нас делает Twin Dreams, то же самое стоит. Ну понятно, это просто затяжка времени на самом деле. Ничего из этого не выйдет. Так, ушки. Проходим мы медленно в ЦК. Смотрим банан. Как немцы говорят, лангвайлих. Это типа скучно. Вообще непонятно, короче, что тут пытался сделать Shine Dream без какой-либо задумки. Что-то медленно делал. Сейчас становится 6-2. Последний у нас раунд. На ДЦ перед сменой. Борман врывается на банан, но ребята из Ghetto Gospel вообще решают пойти через длину все. Я так понимаю, да? В пятером. Так, улыбчиво нас обходит с другой стороны. Стреляется он сейчас плантом. Дымят все, гранаты. Fire in the hole. Граната. Так, кроль убивает с гранаты КТ. Стайн убивает улыбчивого. И вообще как-то непонятно. Вроде нормально раскидали ребята. Ууу, какой Борман жесткий. Вовремя очень по таймингу прилетел его гранат. И застрелял он последнего. То есть сделав минус 3. А у нас смена. И это было жестко, конечно. Это было вообще... Ну, ребята из Ghetto Gospel как-то не знаю. Что-то они без какой-либо задумки. Вот были у них задумки в самом начале, когда вот они два раунда взяли. Потом что-то вообще как будто там без инфы. Ну как, с инфой, конечно, но без какой-либо задумки. Как будто отыграть и все, и забить там на эту игру. То есть, как бы, видно, что ребят, по-моему, не хотят выиграть. Так, что-то у нас тут кроль тупит. Вот, кроль наконец-то готов. И ура-ура, вторая сторона. Как вы видите, общий счет 7-2. Выигрывают игроки команды МС-13. Будем смотреть, что они сейчас за атаку придумают. Так, ну...
Бисмайл, ага, у нас Тайн контролит, Бисмайл у нас идет под Альфу, Валек ЦК и 2 на длину. Посмотрим, что у нас будет делать Валек. Прокидывать он сейчас будет чувака, который обычно стоит. Так, Борман уже сделал килд, прокидывает Валика с ЦК. Ну, нормально все сделали, ребята, с хорошей задумкой, у них страта была 1-1-3, точнее 3-1-1, и очень удачно они прошли. Всех просто раскидали, остался только Вуди и Shine Dreams, которым, по сути-то, ничего не светит, потому что хорошо заняли сейчас позиции игроки команды MS13. Я даже без особых размышлений спокойно уже могу ставить счет 8-2. Так, ну что ж, ну, контроль отдат Вуди. Можно, конечно, поставить там голову на удачу. Так, где Shine Dreams? Shine Dreams у нас... О, да, тут вообще как бы... Ребят, я просто ставлю уже раунд команде MS13, так как тут даже Shine Dreams не успел подтянуться вовремя. Вуди тем временем, конечно, делает килл. Еще один делает килл. Ну, по времени он не вытащит просто. Вуди молодец, что я могу сказать. Но тут все забокопорил, я бы сказал, Shine Dreams. Он вовремя не подошел. Непонятно, что он делал там на Альфе, если честно. Ну и поэтому... Да, 8-2 счет. Валик контролит ЦК. Вуди контролит... Валик, ну да, немного не то сказал. Так, Бисмайл открывает у нас счет в этом раунде. Делает он первый хил, убил Улыбчивого, конечно. Осталось мало хп. Хорошо стоит Shine Dreams. Не дал поставить бомбу Борману. Убивает еще коробку. Еще коробка есть. Стреляется он с кролем, там подходит еще тиммейт. Так, Валик у нас на плен забежал, видел это Shine Dreams. И кидает гранату, хоть и получает хэд. Не, да, граната не взрывает, конечно, Валика. 2 в 1, вайт КТ. Кидает он грену на плент. Надо бы в нубку кинуть на самом деле плент. Ой, плент, говорю, гранату. Ну, непонятно, для чего он кинул два раза на плент и грену. Врывается он на плент, тут никого нету. Ну, тут с двух сторон смотрят ребята. И да, это без шансов, это 9-2. И это матчпоинт для команды MS13. Okay, а я что-то вообще даже за чатом не последил. Если честно, не знаю, кто-то писал или нет. Да, тут уже пишут в чате. Так, буду считать, что там в чате писали. Пока смотрю за карты. У нас ребята решают быструю атаку на Альфу сделать. Игры Half-Life есть все на YouTube, которые я стримил. Я стримить завтра буду Half-Life HLL, если он будет. Так как мы еще... Так, ну, тут 10-2, я...